елки Кутово, чтобы отметить долгожданный праздник Масленицы. А мы Масленицу дожидали, мы на горошку приходили. Ой, ладу-ладу приходили, ой, ладу-ладу приходили. Сыром горошку насыпали, маслом горошку вливали. Ой, ладу-ладу вливали, ой, ладу-ладу вливали. Наша Масленица дорогая, в советском районе города Уфы, в парке имени Ивана Якутова, проходит шикарное масштабное мероприятие «Русская масленица. Широкая душа». Организаторами данного мероприятия является администрация советского района. Все образовательные организации принимают активное участие. Здесь представлены различные фотозоны, ряженые. Идет шикарный концерт прямо сейчас на сцене. Добро пожаловать! Масленицы – это знакомство с русскими национальными традициями. И сегодня в конце наших масленичных гуляний мы, конечно же, будем сжигать огромное чучело всех с Масленицей, с прощенным воскресеньем. А на пешую да не ходя, всю на троечке разъезжая. Ой, ладу, ладу, разъезжая. Ой, ладу, ладу, разъезжая. Очень много интересных игр. Всего интересного. Привет, весна! Прощай, зима!